Привет! Представляю вам свою картину под названием «Все начинается с любви». Это одна из первых моих работ в серии «Чувства». Но сначала я хочу немного рассказать о себе, потому что так будет более понятен тот смысл, который я вложила в эту работу. Когда-то давно я очень любила рисовать. И у меня хорошо получалось. Я побеждала в конкурсах и собиралась стать художником. А потом я вдруг решила, что не смогу. Все бросила, я уже не помню почему. Получила 2 высших образования в области экономики, финансов, строительства. Скажу вам по секрету, в этой сфере тоже есть место для творчества. И мне, конечно, хотелось создавать, но большую часть времени я тратила на работу, которая шла в мусорную корзину. К сожалению, оценка эффективности инвестиционных строительных проектов не всегда заканчивается их реализацией. Поэтому с каждым годом росло ощущение, что это все не мое. Потом я решила, что мне надо что-то более творческое и создала свой бизнес в области ремонта и дизайна. Когда я не могла найти подходящую картину в интерьер, я писала ее сама и дарила своим заказчикам, говоря, что ее написала одна моя знакомая художница. Наверное, так продолжалось бы и дальше, если бы не случай. Это случилось прошлой весной. В марте мы всей семьей заболели ковидом. Мы активно лечились, но состояние все ухудшалось. Тогда еще не знали, как лечить, а из каждого утюга кричали про смертельную болезнь и вирусную нагрузку. Болели долго и тяжело. Вот тогда я и поняла, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на переживания о том, что про тебя подумают другие, как тебя оценят. Мне всегда казалось, что все еще впереди, я все успею. А тут я вдруг поняла, что завтра может не наступить. И есть только здесь и сейчас. Поэтому надо быть с теми, кого любишь. Делать то, что любишь, и любить то, что делаешь. Это главное. У Роберта Рождественского есть гениальное стихотворение. Я процитирую небольшую, но самую важную для меня часть. «Весна шепнет тебе, живи, и ты от шепота качнешься, и выпрямишься, и начнешься. Все начинается с любви».